Таку статистику озвучив заступник міського голови Юрій Степанець. Та зазначає, звичайної стерилізації недостатньо. Це продовження предыдущого проекту. Ви знаєте, що програма предусматривала отлов, стерилізація, випуск естественного среди обитання. Лично я, как заместитель городского головы, которого поставили отвечать за это направление, я против выпуска собак из естественного среды обитания. Выход из данной ситуации бачить у реализации наступного проекта. Если программа доработанная, предусматривает отлов, стерилизацию, тестирование животных на агрессивность и усыпление агрессивных собак и их кремация в дальнейшем, и содержание собак здоровых, неагрессивных в течение 2 месяцев на предприятии, если люди не забирают этих собак, то опять же усыпление и стерилизация данных животных. Саме цей проект найближчим часом розглядатиме депутатський корпус міськради. Євгенія Голубова, Юрій Роденко, телевізійні новини Миколаївщини.